Всем привет! Сегодня 24 января, и этот ролик я записываю для одной цели. Я хочу посмотреть, что произойдет после того, как я на свой сайт в Одноклассники залью парочку видео и помещу фотографии. Вот смотрите, что я сделал. Я зашел на сайт «Радио Свобода» и написал в поиске слово «дискредитация». Вот тут. Сейчас постараюсь я приблизить, чтобы вы увидели. Вот. Написал там «дискредитация». И у меня вышло 2061 совпадение. Понимаете? И вот прямо с сегодняшнего дня пошло. Футбольного блогера Савина обвинили в дискредитации армии. Дальше. Житель Приморья осужден на 2 года колонии за антивоенные комментарии. Дальше. Дискредитирующая конфета. То есть в Москве оштрафовали положивших конфету к памятнику Лесе Украинки. Дальше. Суд оштрафовал маму четинца, который пересказал сон с Зеленским. Дальше. Роскомнадзор заблокировал 125 тысяч материалов о войне в Украине. Ну и так далее. То есть 2000, да? Значит, у меня есть сайт «Одноклассники». Там ему лет 10-15, не знаю сколько, может больше. И там до войны с Украиной я выкладывал всякие фотографии безобидные, там видео. А сегодня я решил поместить на этот сайт уже фотографии, которые, возможно, подпадают под статью 207.3. Сейчас я вам покажу, какую фотографию я намерен туда поместить. Вот эту. Сейчас я немножко увеличу ее. Вот так. Посмотрим. Вот. Видите? Это я стою с неким джентльменом на улице, и у нас плакат в руке, и там написано на нидерландском языке «Путин – военный преступник». Кроме того, я хочу, значит, поместить на сайт «Одноклассники» с моего YouTube-канала видео, где я пою песню про офицеров, а также там есть у меня такое короткое видео, где я нахожу букву Z и бросаю ее в мусорный ящик. О том, что «Одноклассники» сейчас у меня работают, вот доказательства. Вот моя страничка на «Одноклассниках». Опять приближаю. А что ему будет заблокировано, если там ничего такого нет? Вот, смотрите. Видите? Все работает. Сейчас фотографии какие-нибудь покажу вам. Вот, допустим, фото. Вот они. Фото. Вот нажму сейчас. Раз. Ну и так далее, да? То есть все работает. И посмотрим, что произойдет после того, как я на этот сайт заброшу вот такие видео и фото. Заблокируют ли, возбудят ли против меня какое-нибудь уголовное дело или еще что. Посмотрим, и я буду держать вас в курсе. Благодарю за внимание.